Крылья Советов подписали контракты с 8 футболистами. В их числе 3 новичка – защитник Владимир Полуяхтов, известный по выступлениям за Оренбург и Анжи, защитник Никита Чичерин, последним клубом которого был Енисей, и голкипер Михаил Опарин, выступавший ранее за Енисей и Тосно. Также продлены контракты с игроками, ранее выступавшими за команду: Аланом Чочиевым, Евгением Башкировым, Азером Алиевым, Михаилом Тихоновым. Команда сегодня приступит к подготовке к сезону на сборах в Сербии.